А что? Open Fortress. Ну, вроде как живет. Всем привет, мои дорогие бойцы, на связи ваш покорный Бэткомандер. И да, я все еще живой. Ведь чего же мне не оживать, когда твой второй канал поднимается до таких цифр? Во всяком случае, это еще один разговорный ролик не по 21.42. Но следующий, скорее всего, будет именно по ней. А пока что Open Fortress. Что такое Open Fortress? Или OF? Это проект с открытым исходным кодом, который базируется на сеттинге TF2. Однако основной геймплей таки отличается. Если сравнить, на какой геймплей похож, то ответом, скорее всего, станет Quake 3 Arena, так как там есть гранатомет и ракетомет, который тут довольно имбовый в прямых руках, лайтган, райлган, гвоздемет, дробовик, гантлет под модель копилы, банихоп и один единый пролетарский. Да, я имел в виду, что в этом моде есть только один класс. Хотя, если покопаться в настройках, то можно включить и доступ к остальным классам, где там же есть и гражданский, который, в отличие от Team Fortress 2 Classic, абсолютно бесполезен. Хотя насчет именно Quake я не могу полностью говорить, ибо я в нее не катал, но о ней я узнал за счет аддона из G-мода, где в том числе и был соответствующий игровой режим. Буду честен, тут бы все не обошлось, если бы не писмейкер, который залил первое видео об этом моде. Тогда я еще не решился его скачивать, особенно когда речь заходила о методе установки. Но после второго я сказал про себя: ладно, хорошо, пробую все-таки установить все по фэншую. И спустя боль от огня, воды и ветра, я наконец-таки запустил эту шарманку. И об этом я не жалел и не пожалею, скорее всего. Этот мод мне доставил довольно много удовольствия. Вся эта суматоха происходящего, тактика перемещения через банихоп, мужицкие стволы, сеттинг TF2, невероятная оптимизация, ну, почти невероятная. Все в совокупе, это просто было для меня раем. Я залипал в него, если не весь день, то с начала пути 4-6 часов тратил на него каждый день. И да, кстати, не смотрите на то, что в этой игре я слегка это сосал, так как я на самом деле давно в нее не играл, где-то уже 2-3 месяца, может 6. Я, честно говоря, не помню. Во всяком случае, скажу, что заходя даже на сервер с таким себе онлайном ночью, я все равно хотя бы сразу при заходе уже чувствовал себя в тарелке и уходишь с прекрасным настроением, в отличие от того же MV19 года, где там ты в основном уходишь сгоревшим пердаком. В данном моде есть куча плюсов. Одним из них, наверное, можно считать контент. Его в этом моде просто навалом. Я серьезно говорю, для меня это как Сефемер, это реально годный клад. Там тебе есть сасная модель Мерка, он же Мерсенари, он же наемник, которую я лично использую для своего ОС. Да, Рекон из 2142, прости, но твоя модель... И оружие, которое себе представляет следующее. Гантлет в лице пилы с функцией рывка. Пистолет. Пистолетный косплей трейсера. Револьвер. Динамит. Два гранатомета. Rocket Launcher. Шотган. Супер шотган. Его собрат с крюком. Лайтган. Райлган. Миниган. Автомат М4 с отсечкой. ППХ. БФГ. И, конечно же, футуристическая солдатская помойка, скрещенная с рокет-лаунчером из Half-Life. И еще вот эта хрень, которую... недавно обновление добавили, я хз, если честно, что она делает. Ну и поварапы здесь, конечно, тоже неплохие. Есть поварап на инвиз, на криты, и, кстати, насчет рандомных критов. Его в этом моде нет вообще. За это, кстати, несомненно, плюс. На броню, которая уменьшает получаемый урон. Берсеркер, под которым тебе хочется кулаками все уебать. На полное излечение плюс оверхила. И, соответственно, на спидбуст. О мапах могу сказать, что некоторые из них являются ремейками карт первых халфы, того же Quake и Team Fortress Classic, что можно считать правильным решением, так как по факту эти карты и были заточены под тот самый стиль геймплея. И да, тут даже шипмент есть, но, насколько я знаю, эта карта уже от сообщества. Саундтреки здесь лично для меня звучат, ну, очень даже ничего. Но и тут же играет дело вкуса. Полный список, ну, почти полный, вы всегда можете найти в их специализированном на этой деле канале по Ютубу, если что, мне за это они не платили. Ну и, наконец, самое сладкое в конце. В этой игре, что и в той же TF2, есть кастомизация, однако в случае этого мода она крайне обширная, так как вы можете снарядить свою мерку, если у вас есть желание и все категории, и на все это у вас не будет ограничений в 3 слота. Настроить ему цвет, который будет конкретно отображаться в дедматч, практикаль спавна, и что, кстати, самое главное, сможете настроить аж себе анонсера. И все это приправляется активной поддержкой, что со стороны самих разработчиков мода, так и частично самого сообщества. Но, к сожалению, этот мод не обошелся без проблем. Во-первых, это категорически низкий онлайн. No.
другой стороны, это вполне относительно норма для таких модификаций, особенно когда они скачиваются не через Steam. Впрочем, сами же разработчики этого мода заявили, что он никогда не появится на этой платформе, а по всему придется скачивать его через SVN. А данный метод очень заебистый. И когда ты смотришь на людей, которые своими же силами и тратой свободного времени посвящают время этой игры с вроде живым онлайном, то это довольно печальное зрелище. Во всяком случае, я предполагаю именно то, что из-за такого метода установки она не сыскала себе популярность. Вторым недостатком в данном случае для жителей, возможно, Европы и СНГ, это пинг. На данный момент существуют сервера, которые большей части из них расположены либо в Европе, либо на территории Соединенных Штатов. А это означает, что такие предметы, в частности того же револьвера, пистолета, лазергана, пулемета, вы можете выкинуть их куда подальше, ибо большую часть пуль, которые вы будете попадать по врагу, будет просто улетать в малку. Хотя можно привыкнуть и к такому, но вот, допустим, новых игроков это вполне может и оттолкнуть от такого. Ну, если брать во внимание технические проблемы, то это, пожалуй, наверное, сам движок Source, который до сих пор не является оптимизированным уж какой год. Проблема скорее кроется в том, что у него все же был хайп. И он пришелся на середину весны. Тогда еще помню те времена, когда после того же ролика от Писмейкера появились и серваки под Россию, и даже паблик соответствующий в ВК. И в то же время некоторые ТФ2 ютуберы западного контингента делали по нему контент, такие как Solarlight, King, до сих пор... Короче, очень мало людей. Что стало и причиной ухода многих людей из этого мода, и от того выходит печальная картина, в особенности, когда утром и уж тем более днем ты никого не можешь найти. Для того, чтобы... одну секунду. Алло? Да? Дай-ка, я занят. Что на этот раз? Ладно, ладно, хорошо, сейчас приду, только мне сначала нужно кое-что сделать. В общем, дочитай, пожалуйста, вот до этого пункта, а дальше я все сам продолжу. Все, чао, какао. А мне надо хотя бы ладно. Для того, чтобы установить данный мод, вам понадобятся следующие инструменты. SVN и TF2. Для установки второго вы должны установить TF2, я думаю, это очевидно. Для установки первого вам нужно зайти на официальный сайт данного мода, ссылка, которая будет предоставлена в закрепленном комментарии. Далее заходим и нажимаем на Tortoise SVN Installation. Там будут представлены ссылки для установки под разные версии и виды операционных систем. Выбирайте тот, который подходит вам, а затем устанавливайте. После установки мы перенаправляемся в папку Source Mods. Это типа там, где ваша папка Steam, и после нее идет папка Steam App. Заходим в нее и, нажимая на PKM, выбираем SVN Checkout. Далее вам нужно внести настройки, как указаны на данной пикче. После ввода соответствующих данных вас попросят ввести пароль и логин. Пароль мы шлем нахер, а в логин вводим это и идем далее. После этого у вас пойдет загрузка контента для данного мода. Скажу так, что весит он около 5 гигабайт. Охренеть, как много. И загружаться будет долго. Так что будьте готовы к этому. После загрузки создайте папку Open, нижнее подчеркивание Fortress. Затем закиньте весь загруженный контент туда. Перезагружаем Steam и видим в библиотеке вот это. Запускаем, играем. Как ранее упомянул мой коллега, проект Open Fortress часто получает обновления, поэтому время от времени вам придется его обновлять своими ручками, с периодом в 3-4 дня. Для этого мы заходим в ту же папку Open Fortress, вытаскиваем оттуда весь контент, затем в папке Source Mods, нажимая на PKM, выбираем SVN Update. После обновления закидываем весь контент мода обратно в нашу папку. Если подводить итоги, то Open Fortress — это очень даже годный мод по TF2. В этом проекте задействовано много классных идей, и проведя вечер, в моем случае ночь, за этой игрой вы скорее всего получите удовольствие. Конечно, это не совершенство, хер какой инстанции, но это реально прикольный мод. Просто поверьте мне на слово. А так, всем спасибо за то, что смотрели, всем удачи, всем пока.